Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, а перед нами Motorola Moto G41. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять разрешение приложений. Для этого мы заходим в настройки. В настройках выбираем пункт «Приложения и уведомления». Дополнительно. И здесь у нас есть управление разрешениями, где мы, нажав на какое-то разрешение, можем его настроить, то бишь дать какому-то приложению разрешение, к примеру, на камеру, а также его забрать. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.